И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе 2. И сегодня мы добьем этого странного Роквелла, потому что вариантов, короче, других нету. Единственное, что все так же на низкое. Можно, конечно, вот это сделать, вот так. Прям вообще в минимум брать. И тогда, кстати, с FPS-ами вообще все огонь и все красота. Там... Только единственное, что графика в говне, ну а нам-то какая разница, нам самое главное пройти миссию. Ну опять-таки же, графика в говне, это только на расстоянии, видите, там что-то видно. А мы где находимся? Правильно, в маленькой пещерке, поэтому пофигу. Кстати, очень рад, то, что ни один Динос не потерялся за вот это вот, из-за вот этого вот тупизма. Ну, я очень этому сильно рад. Они все у меня на месте. Ну и я очень удивился, то, что гамма прям вообще гамма не повредила их. Что там у вас сказать? А, не, слушай, некоторых повредило. Некоторых повредило все-таки. Чуть-чуть, копейки, но все же. Давай, запускаем альфу. Заодно сравним. Ну, прям вообще просто запустилось прям вот так вот, по щелчку пальца, грубо говоря. Прям вообще супер. Здесь, надеюсь, там всех у меня зацепило. Сейчас сделаем перекличку маленькую. Застрял. Ну вот, вы сразу же видите, да, насколько график... А, бляха-муха, у меня на это, на альте все. Насколько у меня графика ухудшилась вдали, зато насколько FPS стало больше. Прям огонь. Так, погнали. Сейчас уже рассматривать нечего. Сейчас бы выжить. Да, график, конечно, в говне, но насрать. Давай уже. Я знаю, что здесь нужно делать. Надо сделать красненькую Хелену зелененькой. Давай уже. Во, отлично. Так, все за мной. Погнали. Отлично. Лево-право не оглядываемся, потому что уже все видно. Knees, like так, собираемся please, все в кучку. Эй, давай. Отлично, красава. Успел. А, я ж на точку сбора не пришел даже еще. Или тебя должно вся эта болтовня пройти, да? Я, наверное, должна вся эта болтовня пройти. Ясно. Отлично. Ну, погнали. Эй, катаны, давай сюда. Вы что там застряли? О, успели выбраться. Да, с FPS-ами, конечно, чутка здесь сейчас обстоит дело получше, но не так, чтобы совсем хорошо. Ну, хотя бы не фризить, там уже лучше. А детализация графики здесь вообще нафиг не нужна. Здесь темно и страшно. Ну, кстати, вот так зачищать, я думаю, все-таки получше. Смотри, вот те справа вообще меня не трогают и никого не трогают, да? Зато я потихонечку их зачищаю. Прям потихонечку вот так вот. Я, кстати, изначально так и хотел сделать в прошлый раз, но что-то у меня пошло не так. Что пошло именно, я сам до сих пор не знаю.
Я до сих пор не знаю, как эту миссию-то проходить по-нормальному. Давай, катаны, вперед! В атаке! Грязякой всю эту гадость. Да пошли вы! Катаны кидалы! Так, отлично. Сейчас та щупалька последняя добьется. О, а здесь это теперь открылось. В смысле я могу по ней бить? Your weapons are pitiful against me. You are nothing but an ant trying to bite at the toes of a god. Все, отцепитесь от нее. Ее нам мочить не нужно. God, Rockwell? Oh, all this power really has gone to your heads? Так, теперь нужно здесь все зачистить. Так, давайте, братва, зачищайте немножечко, а я сюда подойду. Отлично, начала сканировать. Эй, ты куда полетел? Погнали. Типа понятно, по мне урон наносит, и из-за этого я энергию трачу быстрее. Я понял. И здесь нужно уже делать в несколько заходов. Так, давай садись на Ютик. Заряжай. Катаны, мать вашу! Швыряла, кидала. Ну-ка быстро сюда идите. Ну вот катаны, конечно, швыряла, еще те редкостные. Так, кто-то уже здесь есть, но там хорошо. 14-й, мочи. Ай, вы дебилы! Отцепитесь от него! А, опять щупальки мочить. Я понял. Опять щупальки мочить. Здесь в основном, как я понял, эта кислота наносит урон. И не кислый урон так наносит. Кстати, это чисто щупальки Роквелла. Отлично. Щит отключен. Тикаем. Заряжай. Отлично. Только мне интересно, конечно, что у него ХП полное стало. Или надо типа за раз мочкануть? Давай! Отлично! Так, стекаем отсюда. Сюрприз! I've been making my own people! My new children!
Так, братва, 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 ко мне. I needed a new crew for my ship since the original ones were torn to pieces. Something tells me this lot will be better listeners and much better behaved. Так. А, выпустить меня! Ну вы котики, конечно, блин, даете, а? Так, котики, фас! Вы чё? И меня выпустите уже, мать вашу! Жирный застрял. Лично, погнали. Так, мне нужно найти, где эти щупальки. Нужные мне щупальки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое, ты собака, плюешься сразу то, куда я прихожу. Не, это как бы так и должно бы работать, но это же бесит. Still waiting on those pleas for mercy. Угу, отлично. Really? Another puppet show? Did you already forget how we squashed the first one? Че тут вообще какая-то фигня у меня получилась непонятная. Вроде как дамажил, вроде звук идет, а толк от этого ноль. А, прям какая-то непонятная фигня была, честно. То есть вроде бы звук идет, но нифига. Так, отлично. Так, вот теперь я вижу, что гиперлуч работает. Единственное, что правильно меня застопорило. Да ёб твою ж за ногу, ну чуть-чуть не хватило. Ну что ж такое-то, а? А, по новой щупальце эти появились. Так, братва, нужна помощь. Ну вы чё в натуре?
Ой! Я чуть не сдох, я хилки не юзал. Главное, за хп Хадина слежу, а за своими нет. Вот у меня такое бывает. Так, отлично. Don't be shy. Exomex standing by. Ну, заряжайся. Отлично. No more juice. Да ёб твою ж за ногу! Ещё кислотой кинул, вот почему такая проблемка была. А, сейчас еще пульс появится, он опять отхиляется, опять отхилялся. Ну это тупость, короче. Это тупость ядреная. Не, реально, это хрень какая-то. Вот это вот то, что он отхиливается сразу же полностью, это прям хрень полная. Бесячая прям собака. То есть именно в этом основная проблема, что он полностью отхиливается, если ты типа за раз его не забабахал. Ну давайте, имбецилы, мать вашу, ну что вы вокруг-то стоите? Почему у них команда отцепляется? То есть я им постоянно кастую, то есть я агрессию вообще сейчас не убираю. А вы видите, чтоб они вот агрессивные были? Нифига! Отлично, давайте уже мочите хоть кого-нибудь. Пять из шести. Вижу еще пальцо. Вот просто смотри, все тупые встали там в углу. Ну какого хрена? Это прям чертовски порой очень сильно бесит. То есть ты просто не понимаешь, как это работает. Не что-то там, где-то там, вот это вот не смог додуматься, догадаться и так далее. Просто игра делает так, как хочет. Да ёб твой жиробас, отойди! Ну смотри, мое хп уходит намного быстрее, чем хп у этого дерьма. Какого хрена? Кто-нибудь мне подскажет? А, ну все, это забей. А, ну да, они же сейчас не будут по нему бить. А, нет, подожди, у меня энергия восстанавливается. А, ну сейчас энергия у него это... Ну и да, естественно, будет везде лужа. Не, это хуйня какая-то, ну честно. ХП у экзоскелета заканчивается быстрее, чем у этого дерьма, по которому ты бьешь. Сказать, что это бесячая хрень, это, твою мать, вообще ничего не сказать. А эти дебилы просто вот смотри, стоят. Хотя они... А, это я на кота сел. Ну, блядь, охуенно теперь.
И, кстати, какого хрена вы опять не на агрессии? У меня больше вот этому порой вопросы. Какого хрена? Сейчас этих дебилов надо искать по всей карте. Где они поразбежались? Вот они где поразбежались, имбецилы. Теперь на агрессию встаньте, идите, атакуйте, дауны. Агрессия. У меня постоянно включена агрессия. Я ее даже не вырубаю. Вырубаю только в одном случае, когда бегу за этими дебилами, когда они куда-то там спрятались. Вот, сейчас включена агрессия. Видно, что включена агрессия. Да ни черта здесь не включена агрессия, потому что они тупые. Но второй... То есть, пока я на Ютиранусе, у меня агрессия работает. Как только я сажусь в экзоскелет, агрессия вырубается. Как это говно работает? А самое главное, почему она именно так работает? Ладно, надо щупальцу это найти, еще последнюю, и пробовать еще раз. Still got some fight in it. Давай пробовать. Но я сейчас чувствую, у меня нифига не получится. Чему? А хрен его знает. ХПХ, наверное, опять улетит просто в космос. А, ну эти дебилы еще начали атаковать его. Вместо того, чтобы атаковать щупальца, они атакуют этого говно. Если щупальца из-под земли не бабахнет, то будет все хорошо. Хорошо! Так, ладно, одну щупальку размочил, но там хорошо уже. Отлично, прям вообще ни хрена не видно этого. А-а-а, ты где? Отлично. Так. Дебилы, мать вашу. Ну-ка, все в кучу. Бесите меня. Так, сейчас зачистим сначала вот эту вот фигню. Че, кислотой плюнул своей. Задницу себе плюнь. Какая же фигня. Ну давай попробуем, Фигрев. Ничего не получится. Ну хотя бы меха поближе пододвину. Дебилы! Спасайте! Они еще гиперлуч сбивают. Вот он, вот опять он чем-то сбился. А, это подо мной мои же пробежали, он сбился, по ходу дела. А, зачем они побежали его мочить? Если б нужно эти конченые щупальца убивать. Вот у меня к этому, кстати, тоже огроменный вопрос. Из-за агрессии? А что тогда нужно включить? Нейтралку? Вот, а эти вообще дебилы стоят. Вот просто дебилы стоят на месте. О, пошли атаковать. А то, что здесь... Ай, фу, нафиг, все, короче. Сказать, что бесит, это уже прям не бесит. Это уже прям просто раздражает. Все, дебилы, на пассивку все. Дауны. Давай попробуем на нейтралку вас поставить.
Типа вас атакуют, вы тогда атакуете в ответ. Вас не атакуют, вы, дебилы, никого не трогаете. Ой, мать, Шу, я ж дауном вам скастовал. За мной. Тупые. Давай, на агрессии тогда разноси все. Вот, вот какого... Фига. Они там продолжили стоять, когда я... Блять. Долбоёбы. Не, ну честно, уже прям нормальных слов не остается. То есть вместо того, чтобы бежать за мной, хотя они должны бежать за мной, они просто бегут куда-то что-то делать. Когда нужно что-то делать, они не бегут куда-то что-то делать. Они на агрессии просто стоят и получают люля-кебаб. Какого черта? Все, все здесь. Давай на нейтралку теперь вас поставим. Посмотрим, может, чуть-чуть так проканает. Я уже просто понять не могу даже, что делать. Добили? Набили еще группу, отлично. Хотя вот они стоят все на нейтралке, но они пошли атаковать его. Какого фига? Ладно, пофигу, если реально хоть какой-то урон от них вносит сюда, то слава богу. Ну охренеть теперь, просто 3 копейки. А, нет, фу, добил. Я думал, 3 копейки осталось, не хватило. Final chance to grovel. Maybe you can reach. Так меньше это припекает. Реально так меньше припекает. Когда ты сам пытаешься что-то сделать. Еще вот с этим проблема осталась, вот, вот как-то надо вот это-то. Бочкануть, и будет вообще хорошо. А, все, кислота, забей. Вы голодны, ты че, охренел? Нет! Козел! Так. У меня сильный вопрос к этим пизюкам, которые должны меня дефать. Где они? А, ну эти же дебилы побежали мочить самого главного. Ну, конечно, щупальца это говно. Зачем бить щупальца? Надо же бить, блядь, даже на нейтралке эти имбецилы бьют. Сука, прям это прям вот бесячая фигня. Ну, честно, прям бесячая. Я вас на пассивку включил, дебилы. Теперь на агрессивку. Наконец-то пошли хоть кого-то убивать. Ладно, расчистим около себя. Попробуем атаковать вашу цель теперь. Короче, на нейтралке они бегут атаковать наросты. На агрессиве они бегут атаковать наросты. На агрессиве они еще вот так стоят, тупят, ну бог с ним. Попробуем сейчас атаковать вашу цель. Так, давай сейчас сначала на пассив всех. Пошли все взад. Все, отлично. Теперь атакует вашу цель. Давай, свистуй. Ну... Будем пробовать на вот это вот. Это прям бесячая хрень. Отлично. Давайте, мать, опять кислота под ноги. Пока я пытался найти тенегрива, я увидел, что это... А они уже размочили все нужные щупальки. Ну давай! Но, как мы знаем, самая главная проблема будет не убить босса,
самая главная проблема будет сделать так, чтобы он это... Заставка загрузилась. Да чтоб тебя, а? Просто сейчас какая-то хрень перед носом. Вот. Самое главное, я не могу понять, чем именно они мне сбивают каст вот этого. Ну ёб твою ж за ногу, ну написано же. Управлять. Какого фига он не садился на него? Во, спасибо. Я думал, я сейчас сдохну. Да, у меня хп дофига, но я думал, что я сейчас сдохну. Алло, дебилы, вы что там творите? Вас мочат, вы даже в ответку не бьете. Вы серьезно сейчас? Вот эти меня бьют, а вы даже не пытаетесь бить, что ли, их в ответ? А я серьезно? Ладно, давай на агрессию насрать. Бегай, всех мочи. Так, кису, погнали. Будешь главным воеватором у меня на данный момент. Да, это мы всю подкубу долго бы искали. Хотя бы так. Ага, отлично. Брат, вас спасай! Заряжайся. О, все. Пердос. Не. Не. Где Ютеранус теперь надо искать? Потому что в этой миссии, в этом месиве эффектов ничего не видно. Вот он. Ну еще такого цвета фиолетовенького. Думал, прикольно, прикольно, фиолетовый цвет. До определенного момента было прикольно, пока я не понял, что здесь тоже это, все вокруг фиолетово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, в видосе чувак тоже хилки вот эти вот, ну, дефолтные хилки вот эти вот красненькие, тоже прям часто юзал, потому что хп вот здесь у этого, именно у персонажа отлетает не кисло так. Спасибо. Спасибо, но я застрял. Полчаса осталось. Не, ну ладно, здесь благо копейки осталось. Да ёб твою ж за ногу, хорош уже плевать, скотина мне под ноги, дай уже хоть где-нибудь мне спрыгнуть. Так, отлично. Теперь мне нужен кису. Ну я ж нажал. Да, вот она где, овца. Да ёб твою ж за ногу, опять вот, и сразу кислота под ноги. Чтоб тебя, скотина, изжога мучила за это. А, тебя сейчас и так изжога мучает, потому что я у тебя в организме это лучом поджигаю. Не, забей, сейчас сдохнет. А, кислота сейчас сожгет точно.
Как много всякого дерьма на экране. Простите, но по-другому это не назвать. Прям реально много всякого дерьма на экране. А, ну имбецилы опять бьют этого. Короче. Встаем вот сюда. Встаем вот сюда. Для чего? Чтоб эти дебилы не бежали к этому наросту сраному. Будем исходить из такого. Алё, блядь, дебилы. Вы чё, охренели, что ли, уже совсем? И тупорылые свиноты. Нет, это не коты, это тупые свиньи. Вот, и давай режим атакует вашу цель. Отлично. Погнали. Ой, да лосос не тунца. Вот опять, вот куда они бегут, дебилы? Через всю карту. Тормоза. Это забей. И вот, смотри, просто через всю карту туда побежали и начали тубить. Вот оно нафиг не нужно бить. Нет, они побежали. Вот нужно как раз-таки бить щупальки всякие. Но нет. Есть сейчас шанс, что меня будут защищать. Ну, либо кислота меня попахнет. Мало подзарядился. А, ну все равно время вышло. Да. Соло, конечно, тяжеловато. В том плане, что нужно успеть все. Ну тормоза-то, господи! Отлично, и сразу же он в том месте, где экзоскелет, экзомех, он сразу же накидал всякого говнеца. Отлично, чуть не сдох. Может, вы щупальца убьете, дебилы? Так, ну, ладно, такая тактика все-таки получше. Лишь только парочку ушли туда, в это. А, ну и кислота под ноги, это понятное дело, это по классике. Или не кислота, не знаю, но суть в том, что у меня еще и звук забагался. Я думал, что он бил, а он не бил нифига. Ладно, погнали по новой. Может, сейчас щупальца с этого яйца. Так, это не срабатывает. Скилл. А, мимо пробежал. 8. Десять.
Не, я не спорю, на Рексах было бы, конечно, намного легче, я прям даже это спорить не могу, потому что они... АОЕшкой бьют намного сильнее, то есть масс-скиллом. Тут как бы грех это оспаривать. Но... В чем прикол? В чем прикол везде играть одним и тем же? Вот, к примеру, Ютиранус. Я хотел, чтобы Ютиранусы побегали. Я вот бегаю. Да, припекает от этого сильнее, потому что просто бы на Рексах было бы бегать намного легче. А, наверное, вот здесь, да, точно. Просто на Рексах было бы бегать намного легче. В миллиарды раз легче было бы. То есть не командовать, чтобы что-то, кто-то где-то, а бегать на этом самой боевой единице. Бью под корень, чтобы меньше шевелился. Отлично. Вот они сейчас набежали на меня толпой. Просто толпой сейчас ко мне подбежали. Где эти дебилы были? Почему они допускают то, чтобы у меня толпой подбегали? Какого хрена? Единственное, что я могу сказать, что точно поможет. Если вы видите, что сейчас будет огромный урон... А, отлично. Нужно просто с мехов слазить. Заткнись. Короче, если видишь, что идет урон, вот, допустим, вот эта вот волна, которая сильно урон вносит, слезаешь с меха, урон по нему не проходит. Урон проходит только так, когда ты внутри. Слез, обратно залез, все. Это единственное, что может помочь в этой ситуации. Бесячая хрень. No, not you. You insist on surviving and making a nuisance of yourselves. All of your tiresome meddling has come to nothing. You're all out of charge. А, во, вот эта кнопка нужна мне. Mech's just sitting there. Sorry, mate. I gave it everything I got. I don't have any more primary energy to power the exomech again. You really are Helena Walker. No one else has ever been so singularly irritating. No, not her exactly. Not all of her. Так, давай подведем меха. Вот какого хрена вы тут есть? Свиньи тут встали. А, я ж не могу. This is where your little game comes to an end. Вы травмированы! What the fuck, нифига себе, я чуть не сдох. Вот это он урончика так вносит. Козлина. Go on, waste your effort. I'm all over this ship now, and I can't be destroyed. Certainly not by the likes of you. Вот чё вот вы стоите, тупые дебилы? Можете хотя бы хоть кого-нибудь ударить? Тормоза! You did say we had your under-protection. And when we took back the ship's systems, I trapped you in here with us. I will not allow you to spoil my ascension, my godhood. Generations put all their hopes and dreams into this mission. You don't belong here, and we won't allow you to steal their future. I am their future, damn you! Enough! This ends now! You! Your survival ends here! Вот здесь я уже даже ничего не жму. Is that desperation I hear?
by the likes of you! No, no! I am this vessel, and it is me! Damn! I should have calculated for this possibility. I must have missed a transform on the 15th statistical outcome matrix. Simply put, Rockwell's embedded himself too deeply into the ship's primary systems. They're failing along with him. There's only one way to ensure this all ends here. Sorry, mate. I can't come with. And I'm almost out of time to back myself up. You'll do just fine on your own out there. You're a survivor. Why are you still here? Staying behind to gloat? Edmund, I'm here to help you end this nightmare. You did this to me for wanting the same power she squandered. Well, I've survived worse. I promise you, I will find a way out of this. I will. No, you won't. It's much too late for that. It's so bright. Helena, I'm afraid. Shh. She knew. Survivor. This is my last message to you, to be relayed in the event of my deactivation. I was only an artificial construct when we first met. Just a shadow of someone who lived a long time ago. But in our time together, I got to become something new. Someone new. Not Helena. HLNA. Thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much it meant to me. Human language is so imprecise. But I need you to do something else now. Find your own path. Your own destiny. Build a new world here. A better world. And who knows? Maybe two lost souls can still meet again somewhere. Out among the stars. Goodbye, my friend. Да уж. Клёво. Warning. Catastrophic bioinviability. Failure. All revived life forms require immediate relocation. Respawned again. Insertion limit successful. Stable alien confirmed. Warning. Emergency evacuation in progress. Docking clamps released. Drop initiated. Something tells me that this is the easy part. Вот такая вот, можно так сказать, предыстория. От, точнее, для
арка второго. Пока что я не знаю, что будет с арком 2, что в нем будет. Мне очень не нравится, что там говорилось о том, что будет какой-то типа выживач. Типа Dark Souls, точнее не выживач, а именно будет счет по типу Dark Souls они хотят сделать. Мне это очень сильно не нравится. А с другой стороны, из обычного выживача они уже вытянули все, что можно, поэтому что-то другое сделать, это, конечно, будет логичным. Сейчас, на данный момент, у меня не будет времени снимать видосы. Точнее, не будет возможности снимать видосы. Как я уже говорил, буду делать ремонт в комнате, и поэтому не будет места, где это снимать, скажем так. Когда я все сделаю, как раз отдохну от арка, во-первых. Во-вторых, обдумаю уже более серьезно, хочу я дальше снимать или же нет. Ну и, соответственно, вернусь, если вернусь, то вернусь к арку, а именно к модовым картам. Ну как модовым, те, которые непосредственно добавлялись разработчиками. Это Рагнарок, это Центр, это Волгуэра. Это что там еще у нас-то было? Фьорд. То есть, именно посмотрим эти карты. То есть, это уже классические карты, где пещера-босс, пещера-босс. Не знаю насчет фьордов, не знаю насчет кристалки, не помню, что там, но там тоже что-то какая-то заморочка. На кристалке играл чуть-чуть. На фьорде вообще не играл. И еще какая-то карта была, тоже не играл перед фьордом, которая... Вот, посмотрим, что будет там, посмотрим. Но самое главное, конечно, главное, чтобы появилось желание играть. Одно единственное, что прям меня подкупает, и в комментариях писали, и сам я это прекрасно понимаю, что это не Genesis. Не будет этих дебильных миссий, вот этого всего не будет. Это будет обычный, классический, самый что ни на есть, классический арк. Именно из-за этого у меня появляется желание поиграть в эти карты. Отдохнуть от этого всего безумия в плане миссий и так далее. Очень надеюсь, что карты будут стабильные и меньше будет лагать. Фризить точнее и так далее. Какой у меня сейчас там? 210 эпизод? Или 211 эпизод? Офигеть! Офигеть! 200 с лишним эпизодов. Это какое-то прям безумие. Я вообще не думал, что вот это вот все растянется на год, даже больше года. Уже прошло, у меня сейчас 20 июля, я начинал где-то в начале июня 21-го, сейчас 20 июля 22-го года. Я вообще даже не ожидал, что будет вот так долго все растянуто. Ну и, соответственно, если я буду проходить еще те карты, то это, я думаю, растянется еще до, как раз до арка второго. Ох, кошмар. Кошмар какой. Ну там уже будет все равно поинтереснее немножечко. Там более классический выживач. Смогу на экзамехе побегать. И должны мне дать сейчас рецепт экзамеха. И я уже смогу даже на нем побегать. Не просто в миссии, а уже именно так. Состряпать своего. Да, пока болтал, тем временем титры уже закончились, и, конечно, да. Конечно, огромное спасибо разработчикам, тут не поспоришь. То, что они сделали, это прям неописуемо, это классно. Самое, что мне нравится, в мультиплеерной игре есть игра, которую можно пройти. Ну, это как вот Майнкрафт. Майнкрафт это мультиплеерная игра, но которую ты можешь пройти, убил дракона, все, прошел. Здесь также убил босса, прошел. Блин, клево. Клево, конечно, это... Это прям очень суперски. Какая красивая заставка, прям самое оно под конец. Почему именно красивая? Потому что в последнее время, я всегда когда запускал, вот здесь были щупальца, которые...
поглощали вот эту А практически всю, и только сверху чуть-чуть было открыто. А здесь все очищено от Эдмундиума и самого Роквелла. Ну что, на этом я могу точно сказать. Я прошел арк полностью, вдоль и поперек весь. Без дополнений всяких, конечно, типа карты Рагнарок и так далее, да, не спорю, но там по сути повторяется только то, что уже было в сюжетке. Пройти сюжетку — это, конечно, клево. Там на локалке, да, с модами и так далее. Давайте даже покажу, какие моды стояли. Вот. С одной стороны, читерно, с другой стороны, да насрать. Вот, самое главное, что это я все прошел, и все просто кайфово. А, вот, Lost Island. Да. Я думаю, пойдем здесь. Я еще не знаю, как пройти. Наверное, начну с фьорда. Наверное, по мере добавления, то есть от новых к старым. И закончим центром. Закончим центром. Почему? В первую очередь. Во-первых, это то, с чего я начал в целом играть в арк. А во-вторых, это одна из первых несюжетных карт. Вот ею и закончим. Да, наверное, все-таки поиграем еще потом, когда появится время и возможность. Ну, я на этом уже с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, все дела, это все как всегда. Но самое главное, это чтобы нравилось то, во что вы играете и на что тратите свое время. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.